that. That's it, in playing with that. Сейчас залезет. Я говорю, что я вам не вылет. Ой, ну покушайте, папа, покушайте, покушайте. А вам песенки поют, песенки вы любите? Да. Послушайте песенки. Вот и разлетели на сцене. Я так люблю играть. Так люблю играть. Ближе прибавляешь к кино. Я так люблю. Кто будет со мной играть? Я. Так, лечить. Так, Кристин, представь, сколько-то. Пойдемте. Мы сейчас вам, знаете, чем займемся? Строительством. Да, вы дом строили. Нет, дом вам не дам. Раз вы сегодня про сказку говорим, мы замок какой-нибудь и дворец построим. А уже начали. А теперь должны вам, ребят, помогайте. Принимайся. Я его.
А ты такой, наступай, убить хотят. Сейчас тогда увидите, как вот так слышу, чтобы... А мне тоже так нравится. Мне надо Буратинка. Это продолжение Буратино.
готовы, ребята? Тогда сказка начинается. Ребята, кушайте, кушайте, кушайте. Конечно, нет, вот мой сундук. Здесь много всего.
Там, кроме инструментов, должна быть пара подходящих поленьев. Значит, ты долго вообрази меня? Ты много раз видел, как я работаю. И почему ты ничего не научился? Попробуй, смелее. У тебя получится. Зачем ты поссорился с друзьями? Разве они виноваты, что ты не умеешь обращаться с топором? Ты что, издеваешься за мной? Там в сундуке есть топорик поменьше. И еще рубаночек. Я как Петр могу все сделать. Все, что хочешь. А этим ты историческими. Ну что ж. Тогда мне нечем тебе помочь. Ну хорошо, я попробую еще раз. Как его надо держать? Так или так? Скажи, папа Карл! Папа Карл! Что это? Я со собой что разговаривал? Похоже на то. Ничего себе! Мне правда очень хочется тебе браться. Я много раз видел, как он работает. Надо вспомнить. Это полет даже и создан. Если чего-то сделать хотите, то обязательно получится. Ой-ой-ой! Ой, как больно! Мне правда очень хоть петь брата. Попробуй еще раз. Ой, ой, потише, пожалуйста. Ой, вот я же говорю, что ошибаешься. Где? Кто? Наверное, почему? Театр? Ой, ой.
сказал Стивку давным-давно, а сейчас ты все разве. А чайки осталось три, просто спать на том очаге. Что у тебя остается? Тебе больно. Буратино, ты сказал, что хочешь так и носить, а я слышу у тебя в кабинете два голоса. Кем ты? Кто у тебя там? Я один, это я вас в доске кафе петирую. Ты иди, Маня, ты иди, готов к выступлению. Ты что, кусаешься, да? Ушла. Эх, что с тобой делать? А почему ты сказал, что ты один? Потому что я не хочу, чтобы тебя знали. А почему ты не хочешь, чтобы он меня знал? Да потому, что я просил Панкару брата, а не сестру. А почему ты шепот говоришь? А, значит, потому что я девочка. А Малина, она никуда не ушла. Шагиты не отдалялись. Здорово, я сделана.
были очень гибкие ветви. Хорошо, хорошо, смелее. Если их прижать к земле, они сразу же расправлялись. Вот так. Ой, ну здорово. Вы потрясающие. А еще? Здорово, класс, молодец. Мальвина! Мальвина! Покажи им это и скажи, что ты сегодня пойдешь в спектакль. Но я не могу! Я не могу! Катастрофа! 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 Что будем делать? Пропала Мальвина. Подруга моя. Ну, началось. Старая песня о главном. Пропала Мальвина, подруга моя. Возьми тебя в руки, Пьерор. Но почему? Почему она убежала? Юбилейный спектакль отменять нельзя. Нельзя отменять. Это не вас просто. Это я вас выгнала. Все из-за меня. Буратино, без паники. Надо спасать спектакль. Как будем спасать? Это я. Я сегодня спасу спектакль. Что? Ты? Это не возможно. Я вот. Вот это да. Здорово! Друзья, друзья, это как сказать, ну на хвостице. Я не решил качать на радио и не радио. Брат, 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 у нас новая актриса, у нас новая актриса. Все-таки, как вас зовут? Не так похожа на Буратино? Конечно, похожа. Я его сестра, а зовут меня Буратинка. А меня Лукина. Очень приятно. Сестра? А мы не знали, что у него сестра. Ой, она зритуми. Одинаковый. Точно, одинаковый. И вот не одинаковый. Буратинка короче. Ничего не короче. Одинаковый. Thank you.
разбор. Хороший, красотный, так уж плохо. Правда? Пойдем, спектакль начинается. Ты сегодня будешь мать. 20-30. Куда-нибудь. Здесь не готовы. Готовы.